Солнце играет в струях воды. Такой картины жители совхоза «Россия» ждали давно. Фонтан, построенный во время ударной олимпийской стройки, осушился очень быстро. Оборудование вышло из строя, и центральная площадь микрорайона потеряла привычный радостный вид. Когда его открыли, радости было, конечно, для жителей совхоза, для детей, для гостей очень много. Это было действительно знаковое событие. Ну, как-то получилось так, что он поломался, и без него стало действительно грустно жить в совхозе. И мы решили обратиться к нашему депутату, к Юрию Сергеевичу. Вопрос с фонтаном решился на встрече жителей с депутатом городского собрания Сочи по юго-восточному избирательному округу номер один Юрием Немцевым. Фонтан, как одно из любимых мест сочинцев и многочисленных гостей района, было решено отремонтировать. Фонтан отремонтирован, он радует глаз. Здесь гости и наши жители любят проводить время и свой досуг. Это для них знаковое место. Все это удается нам сделать благодаря совместной работе нашего депутатского корпуса с администрацией города. Еще один из наказов избирателей – это ремонт переулка Васильковой. Местные жители ждали нового асфальта несколько лет. Вопрос благодаря помощи депутата наконец решился. Километр новой дороги – подарок для сотен сочинцев, проживающих здесь. Мечтали о дороге, чтобы нам делали дорогу, как бы асфальт. Начало у нас есть. Теперь хотим, чтобы у нас был маршрут. Автобус, чтобы ездил, чтобы дети ездили, чтобы грязи не было. Потихоньку, благодаря депутатам, добиваемся этому. Пока отремонтирована только половина переулка. Вопрос с оставшимся километром дороги будет решен уже в следующем году. Жители переулка Васильковой уже начинают мечтать о том, как по новому асфальту пустят общественный транспорт, а вдоль дороги проложат тротуар для пешеходов. И эти наказы в будущем будут обязательно исполнены депутатами городского собрания Сочи. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.